Привіт, мої друзі! Ви на YouTube-каналі Мирослав Солонар. Це наш спецвипуск про останні події. Прямо зараз для вас головна відьма країни Марія Тиха відповість на найбільш актуальні затребувані ваші запитання. Ми знаємо, що їх не збиралося ще мало. І про долю Дніпрогесу, і про загрози для інших наших гідроелектростанцій, яких подій взагалі очікувати в нашій державі, бо таке зараз щось несеться. Крім того, Марія Тиха, звичайно, що розгляне теракт в Москві, що це було таке, для чого, чи дійсно цей теракт є підконтрольний Путіну, і головне, що після цього очікувати. Тому не буду багатослівним, попрошу вашого максимального поширення цього відео. Також, будь ласка, підписуйтеся на наші YouTube-канали, ставте свої вподобайки. Все, дивимось. Всім привіт, з вами я, Марія Тиха. І ми вирішили сьогодні такий невеличкий зробити випуск на 15 хвилин, екстра випуск, через сьогоднішні обставини. Смотрите, ребят, наверное, уже на протяжении 2 недель я говорю об одном и том же. Мне очень сильно фонит Кременчугская ГЭС. И очень странно, да, то, что на эфире Мирослава случайно была оговорочка по Фрейду касательно Кременчуга. Сейчас, пока я записываю этот эфирчик на 15 минут, в новостях пришла новость о том, что Кременчуг летят несколько групп шахетов. Вот прямо сейчас. Это как подтверждение того, что мы с вами смотрели. Я начала анализировать. Я считаю, что у россиян был выбор между Кременчугской ГЭС и между Запорожской. Я сегодня делала уже расклад. Выпала двойка пентаклей влюбленные, то есть показала выбор. Изначально планировался подрыв Кременчугской ГЭС. Потому что всегда, когда мы делали расклады, падал дьявол на Кременчугскую ГЭС. Постоянно падал дьявол, постоянно падало одно и то же. В конечном итоге, почему выбрали Запорожскую? Шестерка мечей показала, что им ближе было, им выгоднее было и ближе, то есть было больше шансов на успех попасть в нее. Ее не взорвали. На состояние сейчас падает четверка мечей. То есть это состояние нерабочее, скажем так. Состояние тайм-аута. Вот. Есть ГЭС-1, ГЭС-2. Я считаю, что их будут пытаться чинить. Ставки сделают на одну из. То есть одна из будет функционировать, потому что падает тройка кубков. Вторая будет в таком состоянии. Не до конца работать. Давайте так скажем. Вот, касательно Кременчугской ГЭС, я очень настоятельно рекомендую сейчас усилить там наблюдение за ней. Это первое. Второе, касательно Киевской дамбы. Неоднократно мы уже проговаривали, когда я там ехала, о том, что мне там не нравится, мне там некомфортно было, меня труханило. Ну, в Киевскую ГЭС они пытаются выкатить постоянно. А еще помните, когда мы записывали мой канал, постоянно падало, что весной будут обстреливать энергоструктуру. И мы не понимали, почему это падает. Плюс ко всему, на канале у Мирослава, вот когда мы делали прогноз, это было 4 дня назад, мы смотрели Запорожье, и там нам падало, мы думали, что это ТЭЦ. А потом мы такие, типа, нифига, там тут с кубков падает. Значит, либо это водопостачание, либо водоканал, либо что-то еще. То есть, получается, они думали одно, и переобулись, и обстреляли Запорожскую. То есть, это было вот так. Давайте посмотрим, что сможет россияне полностью излечить эту дамбу. Ну, мне как ни крути, все равно Кременчугская фонит. Как ни крути. Вот хоть усрись, извините. То есть я полностью доверяю своим ощущениям. Полностью доверяю своим ощущениям. Мои ощущения меня никогда не подводили. Не про смерти, да, вы помните прекрасно. Вы прекрасно помните касательно Навального, касательно Стремоусова, касательно кого еще, Пригожина и все остальное. Очень много прогнозов по прилетам и так далее. То есть я думаю, что не просто так мне силы показывали Кременчугская ГЭС, и постоянно я вспоминала про Кременчуг просто так вот, с доброго дыва, как говорится, да. Это очень странно. Нужно взять на заметку это, то, что я говорю. Полностью знищать дамбу в Запорожье.
показывает попытку. Попытка, вот у кубков падает, умеренность падает, император, звезда, тройка мечей. Наблюдать нужно сейчас. Но все равно, давайте так, я не успокоюсь, пока я не посмотрю Кременчугскую. Надо Кременчугскую глянуть все равно. Вот я не могу успокоиться, меня прям, вы же помните, да, когда мне начинает что-то фонить, мне прям аж, я не могу успокоиться. Вот такое у меня ощущение от нее. Мне такое чувство, что у них есть какой-то список, знаете, они по списку выбирают, вот так вот, куда, где, что, меняют местами все, вот так вот. Сейчас, секундочку. Покажите, пожалуйста. У них есть сложности касательно Кременчугской ГЭС. Сложность, смотрите, я объясняю. Действительно, у них был выбор. То есть они выбирали, куда, что и как. Карта влюбленных. Фортуна, видите, падает. Вот. Это запуск и так далее. Почему-то, Кременчугская для них более сложная в исполнении. Почему? Шестерка мечей и, ой, извините, восьмерка пентаклей из-за дорог, путей. То есть им ближе по Запорожью долбануть, извините, да, нежели тут. То есть ближе, им выгоднее, ближе. Семерка жезлов. Все равно какая-то ситуация связана... Это Кременчугская ГЭС, блин. Так, смотрите, получается как. У Мирослава мы смотрели, начал фонить Кременчуг. Непонятно почему. Потом мы смотрели на восьмом канале. Мы четко предсказали то, что обстрел на два поделится. По ощущениям. Одна ночь, вторая ночь. Параллельно теракты произошли, да? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Чеповязание теракты в Москве с массованным обстрелом. Чому це відбувається зараз? Західні посольства попереджали про теракти в Москві. Але бачите, як воно сталося? Ми з Мирославом це дивилися ще два тижні назад. Показувало, що не буде. Потім показало, що є ворогідність. І воно сталося тільки зараз. Тобто два тижні пройшло. Так воно все міняється. Чому воно все в одно время? Секундочку. Чи пов'язані теракти в Москві з масованим обстрілом? Карта семерка кубків говорить про ілюзії. Ілюзії. Воно не зв'язане між собою абсолютно ніяк. Що б ні говорили, ні писали. Семерка кубків – це карта ілюзії. Тобто ми не можемо нічого зв'язувати між собою постійно. Чи бачу загрозу, що росіяни можуть обстріляти Київську дамбу? Смотрите, еще раз говорю, Кременчугская фонит. Киевская дамба, когда я там ехала, мне тоже начала она фонить. Мне не нравится, в принципе, ну, у нас по Киевской как получается, поскольку я с Киева, как только начинает на меня фонить, я об этом говорю, начинают дроны туда лететь. Это вот так вот происходит. Понимаете, она фонит всегда, потому что там всегда дроны летают. Сейчас. Они пытаются все равно, они все равно пытаются, смотрите. Вот карта дьявола и карта башни. Они будут туда катить, они будут пытаться попасть. Они будут пытаться попасть. Двойка мечей здесь падает. Ну, слава богам, что как-то подконтрольно сейчас все это. Пытаться будут. И Кременчугская все равно фонит. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі, інколи один, інколи більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму Telegram-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій Telegram-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. А пам'ятаєте, кстати, предсказання були? Сегодня какой-то пожар был в торговом центре в Москве, а было какое-то предсказание, помните у меня, о том, что... Я только вспомнила сейчас. Я провела параллель с зимней вишней. Какой-то возград, по-моему, у Алены Захарченко на поговорому. Провела параллель, у меня прям пошла картинка торгового центра, и загорается что-то. То есть нет обстрела, а вот загорается. То есть такое чувство, что параллель с зимней вишней. Это в России оказалось, представляете? Так, кто стоит за терактом в московском ТРЦ? ГУР или все же таки Путин? Покажите, будь ласка, правду.
Вы знаете, я считаю, что связаны все между собой, потому что все равно показывают на ГУР и на Украину, и Россия, то есть какая-то связь есть все равно. Видите, карта мага падает на ГУР, то есть какие-то приказы были все равно, что-то было такое. Вот, но и Россия падает тоже, то есть девятка пентаклей, то есть какие-то договорники, то есть есть такое. Ну, мы же не забываем о том, что там тоже партизаны есть, да, которые в оппозиции находятся. Чи можливо, що після цього теракту в Україні буде ще гірше, по масовним обстрілам? Тому що Путін збіситься і почнуться масовані обстріли. Ви знаєте, зараз якийсь такий період, взагалі март, карта смерті падає. Обострение какое-то пошло. Но, скорее всего, весеннее обострение. То есть одно между собой, другое не связано абсолютно никак. Планы, которые были, они будут пытаться воплотить. Обстрелы, понятное дело, то есть накопили ракет, будут обстреливать. Видите, сегодня обстрел разбили на два. Я такая еще утром сижу и думаю, блин, какая-то фигня. Обычно обстрел проходит, какое-то такое ощущение, знаете, типа как выдыхаешь, типа хух. Отстреляли, все, спокойствие. А тут по энергии был съеб, извините. Прям, да, сидишь такой и думаешь, блядь, будет еще. Будет еще, блядь. Будет еще что-то вот прям такое. И не забываем о том, что мы говорили, что пятерка мечей на март падает. То есть про кордоне территории будет кошмарить больше всего. Вот, я вас всех люблю, всех целую. Всего вам самого хорошего.